Казанский федеральный университет продолжает расширять свои границы и предоставлять возможность иностранным студентам почувствовать на себе все прелести обучения в российском вузе. 10 июня состоялось торжественное открытие проекта «Летний университет 2023», где гостей столицы Татарстана познакомили с предстоящей двухнедельной программой. Основной задачей проекта является популяризация российского образования за рубежом, а также установление межличностного, межкультурного и межнационального общения. Проект «Летний университет» осуществляется на базе трех вузов. Сибирский федеральный университет, где участники проекта могут попробовать себя в менеджменте. Уральский федеральный университет, который предоставляет возможность пройти обучение на направлении машиностроения. И Казанский федеральный университет, который своими программами обеспечивает полное погружение иностранных студентов в культуру Татарстана. Летний университет фактически это большой летний лагерь для иностранных студентов, иностранных абитуриентов, которые планируют в дальнейшем поступать в вузы Российской Федерации. Проводится он в таком масштабе впервые в этом году на базе трех крупнейших университетов России. Это Сибирский федеральный, Уральский федеральный и, конечно, Казанский федеральный университет. 300 ребят нам приехало более чем из 30 стран мира. Это и дальние зарубежья, такие Куба, Алжир, Египет, Турция, Сирия, ближние зарубежья, Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Китай, Иран даже приехал к нам в эти дни. Из Индии есть ребята. Программа летнего университета будет включать в себя лекции, семинары, практические занятия, а также экскурсии и культурные мероприятия, которые подразумевают квесты, фестивали и другие события, знакомящие иностранных студентов с культурой России. В Республику Татарстан приехали 300 иностранных граждан. География очень обширная. Страны ближнего и дальнего зарубежья. Среди ближнего зарубежья пространство СНГ. Наибольшее количество заявок подали представители республик Казахстан и Узбекистан. Страны дальнего зарубежья представлены Кубой, Алжиром, Турцией, Сирией, Ираном и Нигерией. Это отличная возможность для иностранных студентов попробовать себя в разных направлениях и раскрыть свои возможности, чтобы позже применить их на практике. Наш университет создавался всегда как университет, который служит мостом между культурами Запада и Востока. И поэтому мы, продолжая эту миссию, очень активно работаем на рынке международного образования и являемся одним из лидеров в экспорте российского образования, о чем свидетельствует то, что у нас сегодня обучается в университете более 11 тысяч иностранных студентов. Участники летнего университета приедут с экскурсией в Свияжск и Иннополис, а также пройдут по главным историческим местам Казани. Кроме того, у них будет отличная возможность познакомиться друг с другом и представить свои страны, культуру и традиции. Образовательная программа пройдет по следующим трекам: естественные, инженерные, общественно-экономические и гуманитарные науки. Дополнительная программа, направленная на взаимный культурный обмен между участниками, поможет иностранным студентам укрепить свои знания о культуре Татарстана. На выбор студентам предоставлялись множество образовательных программ. Языки и культуры России, дизайн среды и тактический урбанизм, международные отношения и Россия в глобальном мире и многое другое. Важная задача летнего университета – познакомить иностранных учащихся с актуальной научно-образовательной повесткой Российской Федерации, поспособствовать созданию и развитию межкультурных студенческих сообществ. Естественно, у нас огромные амбиции. И с точки зрения реализации различных проектов, которые сегодня объявляются, и с точки зрения привлечения ребят из других регионов нашей необъятной страны и из-за рубежа. Я надеюсь, что сегодняшний форум будет способствовать этому, и что как бы молва о нас пойдет и дальше. И по итогам этого форума количество иностранных студентов у нас будет увеличиваться. Программа «Летний университет» поможет зарубежным студентам попробовать себя во множестве направлений и помочь им найти в себе силы, чтобы реализовать новые проекты при поддержке вузов страны. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз.